«Кто из вас без греха» называется один из рассказов. У нас без греха всегда в передаче есть, мы кошек пристраиваем приютских. Вот это животные незамутненные, ничем совершенно безгрешные, в отличие от нас с вами. У нас такая традиция, мы животные, у которых нет дома, это я забыл. Это Марик, это... ему 11 месяцев. Марик, ему 11 месяцев, вот. Он без греха, поэтому он от нас сразу быстро от грешных ушел, недолго думая. Так вот, кто из нас без греха? Какие грехи вы за собой, не как человек, у нас человеческих грехов, понятно, в ассортименте у всех, а как писатель, у вас есть грехи на вашем счету, конечно, профессиональные? Ну, конечно, у писателя тоже есть большое количество грехов, потому что, естественно, он что-то в себе убивает, а может быть, и надо было убивать. Например, я написал роман «Русская красавица», да, и стал, да, в общем, сомневаться в том, что у меня второй роман будет такой же удачный, как первый, и, собственно, я его убил. Ну как, вот, пожалуйста, могу признаться в убийстве второго романа. Mm-hmm. Это грех, конечно. Может быть, он бы вырос во что-то другое, но я понимал, что всегда второй роман, что-то с ним не в порядке, и поэтому произошло убийство, сразу написал третий. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».